Самое утро начинается с 5 утра, когда встает солнце. Мы чувствуем, что это немножечко кусочек мира. И город оживает, все выходят на улицу, дети в школу. Мы, кто частично на работу, и идем на рынок, идем в магазины. В Марьинке, вот на всю Марьинку 7,5 тысяч. Сначала нас называли закрытый город, мертвый город. Впоследствии мы стали просто смертники всех, кто остался здесь. Остались те, я же говорю, у кого не за что ехать и некуда. Инвалиды не могут передвигаться, пенсионеры, которые вот всю жизнь наживали, все, им некуда ехать. Дядь Нин, к вам врач. Такие многодетные, потому что нам, ну куда с Арава есть такой детей ехать? Вот. У нас, как 11 июля, як почали нас оце, що воно случилось, обстріли, що ми отут у креслі, вона сиділа, дивилась телевізор. Я там прилягла. Коли оце як поїхало, що воно, як поїзд на нас поїхав, вона з кресла вже не встала. Ілі на нервної почві. Ми її тут сусіди всі волоком тягли в підвал. Ноги не відказали і понині оце на єлі-єлі передвигається. Чуємо, що стріляє, вона кричить, ма, пішли в підвал, все. Тому що вона дуже боїться і в хаті ми не можемо бути. А тут ми от спимо, от у нас дивани, ну як, варив я полки, а тепер там коври лежать, подушки, от тут розкладушка, ну 5 чоловік тут поміщається. Та дочка ж то часто почали зараз приступи, такі рве, ротом, носом іде. Хоч би астми не було, то астма, як побуде ніч тут, все. Ну, що ти? Так, значить. Вивезти, нікуди нас не вивозили, ми самі то на одну зиму в'їжджали, а ми живемо тут все время. Помру, в мене син тут похоронений, я вбию очі коло сина. Щоб ми вважалися захищеними, нічого такого не робиться. Человек, как говорится, сам себя старается уберечься, сам старается не выходить нигде, ничего. Ну, это типа подобная мирной жизни у нас. На город у нас, ну, 700 детей учатся по школам. Плюс детский садик, 4 группы открыли. Но даже малыша-то наши, трехлетние, они и те знают, что если начинается стрелять, нужно ложиться на пол. Вот это все отверстия от снайперских пуль у меня идут. Вот, вот, вот. Это все разрывное от пуль. Потому что вот как раз стена, вот напротив мы стоим снайпера. Снайпера уже простреляли мне стенку. У меня вот в огороде зять параллельно мне жил, его застрелили. Снайпер. Он вышел картошку садить, его застрелили. Мины, растяжки в огороде, в саду. Это вполне нормальное явление у нас. Семья приехала домой проведать. И вот дети не вышли с машины, а вышла теща открыть ворота. Открыла ворота и пострадала. Взорвалась. На воротах было. То есть военные часто подрываются на этих же минах. Вот этот дом тоже крайний. Пострадал, 6 штук града влетело. У нас тут инвалид живет, Женя. Очередной раз прилет, возгорание крыши, все. Приехала пожарная машина, начали тушить. Здесь же стоят машины, видят, что пожар, все это самое, все равно обстреляли пожарную машину. И все. Насилие не исключение у нас среди военных. В Красногоровке несколько сюжетов было изнасилования. Мародерство это вообще порядке вещей. То, что военные живут в частных домах, это тоже, как бы, в принципе, явление такое. Лишних слов никто не говорит. Даже если что-то видел, ты не видишь. Даже если что-то слышал, ты не скажешь это нигде никак, потому что здесь военная власть. А все списывают на войну, потому что пули шальные летают. Ну, вот как-то так. И кто мы тогда? Наверное, же заложники. Час, максимум 3 часа дня, все, вымирает город. Машины даже перестают ездить. Приказ идет стрелять на поражение.
Неважно, идет женщина, мужчина, ребенок, гражданская, военная одежда. Все. Все разбегаются.